Сегодня вот первый день чемпионата, да, международного. Есть тоже впечатление от первого дня или как? Ну, у нас такие соревнования ежегодно проходят, и я бываю не на одном соревновании в год, то есть там у нас тоже вот именно по оленеводству соревнования проходят, поэтому для меня ничего нового, в принципе. А как вы считаете, вот такие соревнования, они нужны чемпионату в будущем? Я считаю, что это, да, нужно, потому что у людей будет мотивация заниматься, хоть в чем-то развивать оленеводство, потому что оленеводство все равно со временем исчезает, пропадает. А так, такой вопрос, у вас частных оленей сколько, если не секрет? Ну, примерно 150-200, вот так. Ну, мы каждый год их забиваем, там, на мясо и на одежду также. Ну, нам больше никак не держать, потому что, ну, земли мало, им негде будет пастись. Вот чисто я думаю, что это для семьи, ну, из 3, из 5 там человек, это, ну, отлично. А так вот продукция оленеводства, вы как-то занимаетесь переработкой продукции оленеводства или просто для личного потребления? Только для личного потребления у нас. Да.